Удивительная женщина с кульками. Раньше она жила возле бульвара. И дорога не составляла трудностей прийти покормить бульварных кошек с котятами. А их там немало. А сейчас она едет издалека. Дома сломали и переселили где-то, ну, наверное, в Ахмедлы. Только что она мне сказала, что меняет 2 автобуса. 3 раза в неделю она ездит. Автобус по 30 копеек, 2 автобуса 60, туда 60 обратно, рубль 20 в день, 3 дня в неделю. Сказала, не успела на автобус, и пришлось купить молоко недалеко от нашего дома. Посетовала, что вместо какой-то цены получилось намного дороже. У нее с собой мисочки наливать молоко, ну и много разной другой хорошей еды. Никаких объедков, а все какое-то хорошее. Ой, я сказала, вы, наверное, тратите немалые деньги, наверное, полпенсии. Она сказала, да. И она не одна на бульваре. Еще как минимум 2 их я знаю, кто приходит специально. Одна кормит тоже кошек, а другая кормит собак и кошек. Доброе утро, друзья! Вот так спонтанно началось наше видео. Женщины, которые ходят 3 раза в неделю на бульвар, приезжают, вернее, на 2 автобусах кормить кошечек, котят, собачек. Я еще никак не войду в свою обычную колею, никак не разрулю домашние дела, которые без меня никто не разруливал. Сегодня жаркий день, ветра нет, солнце. День обещает быть очень жарким. Лето — время путешествий. Смотришь в Фейсбуке, кто где, фотографии красочные. На море, в горах, в каких-то прекрасных уголках твои друзья. Шлёшь им привет и пожелания наилучшего отдыха. Кафе наводит порядки после вечерних чаепитий. Допоздна на бульваре много народа, с детьми. Много приезжих. Вот Таюша идет. Много приезжих и, конечно, только вечером можно отдохнуть от жары. Чай, мяхмари на берегу моря. Чеддер встретил подружку. Как Боня. Да. Ну все, друзья, до свидания. Счастливого вам всего самого хорошего. Хорошего дня, хороших впечатлений, хорошего настроения. Пока. Бежим домой завтракать. Очень-очень голодные. Да, скажи пока, давай. Пока. Всем пожелаю хорошего. Пока, друзья. Хорошего, пока. Доброго дня. Да.